Периодически можно услышать мысль, насколько вот, к примеру, вот это вот практично. Задумайтесь, ребята, насколько часто в жизни бывают прекрасные вещи не сильно практичными. Ну, например, вот катана, да, в современных реалиях. Насколько она практична? Ну, абсолютно не практична. Но никто не скажет, что она некрасива. Или, например, спорткар. Насколько он практичен? Ну, не практичен, да? Особенно в странах, где нет идеальных дорог. Но никто не скажет, что он некрасив. Поэтому красота не всегда суперпрактична и универсальна. Иногда она просто может радовать своего хозяина своим наличием. Вот и все. Вот и простое объяснение.